попробуем впитать, плюс уши. Седьмой подряд новый герой. Ты ищешь Манапул. Армак на архе уже не хитран, но то еще падла. Я верю, ты успеешь все. Найдешь ко мне тропу. Твой Армагеддон 20 СП изи катка. Но увеличен монокост. Пегас горцует во весь рост. Две маны ровно не хватает на армак. Ебет почти что неприлично, моя. Ты бега единичка, и ты текаешь на архе. Не хотел перебивать, ребят, не хотел. Но здорово, что, знаете, аранжировочки очень добавилось. Там прям куча таких бэкграунд, как это называть, эффектов появилось. Растет, растет с каждым днем. С каждым днем господин Джипси. Джипси Джитсу, да, он же Иван. От души Ивану за это сопровождение. Это отсылочка к каточке с Твариной, с Александром, которая получилась очень крутой. Где, кто знает, там Александр на пипеге пытался дать Армагеддон. Точнее, пытался дать Армагеддон с арха, но гражданный Пегас не дал возможности ему это сделать из-за того, что все заклинания, когда вы воюете против него, увеличены на 2 единицы маны. И это был вот такой эпичный момент. Александр, если бы не эта штука, он бы побеждал в этой катке. Но пипеги затащили где-то 10-часовую или 8-часовую катку, затащило то, что была единичка Пегаса. То есть, вдумайтесь, играли мы с Александром почти там 10 часов, и выиграл финалочку именно тот самый Пегас. Вот.